Летний сезон в этом году прошел успешно. В Сочи отдохнули около 4 миллионов человек. С начала же года количество гостей составило 6 миллионов. Впереди еще зимний сезон, который, по прогнозам, примет еще около 1,5 миллиона гостей со 100% загрузкой объектов размещения. Говоря о работе санаторно-курортного комплекса города, участники расширенного заседания профильного комитета подняли вопросы о курортном сборе, который впервые был введен в этом году и показал хорошие результаты. На сегодняшний день город Сочи лидирует среди всех муниципальных образований Краснодарского края в этом направлении. По состоянию на 1 ноября город Сочи собрал уже порядка 50 миллионов рублей. Мы уже превысили наш план на 35%. Эти средства будут потрачены на благоустройство курорта, на что конкретно решается на заседании профильных комитетов, а потом предложение выносится на рассмотрение мэра и депутатов городского собрания Сочи. Уже сейчас главная задача санаторно-курортного комплекса – подготовка к следующему летнему сезону, в основе которого должны быть не только хорошие показатели, но и качество. Акцент ставится на сервис, услуги и природоохрану. Мы сегодня говорим о конкурсе, может быть, который мы будем планировать между здравницами на содержание территорий. Не только удивлять там морем, это отдельная огромная тема, мы и занимаемся. Но и вот уют, внимание, наша сочинская природа. Город вошел в пятерочку, надо этому соответствовать. У нас есть департамент по охране окружающей среды. Мы совместно с ним проведем мониторинг всех территорий рядом с здравницами. Где есть эти моменты, где что-то не работает, где какой-то выброс не тот, где еще что-нибудь, как уберечь от предстоящей там или возможной какой-то аварии. Потом все это сформулируем вместе, сделаем материал интересный общий и на совместном комитете городского собрания по ЖКХ с приглашением департамента по охране окружающей среды мы вместе будем принимать решения. Еще одна задача на лето – благоустройство пляжных территорий. Новая концепция пляжного оборудования, благодаря которой награду «Голубой флаг» смогут получить большее количество пляжей. Обновленный каталог пляжного оборудования был презентован арендаторам и руководителям санаторно-курортных организаций накануне в мэрии. Все вопросы, поднятые на расширенном заседании профильного комитета городского собрания Сочи, будут дорабатываться и решаться до марта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.